В Махачкале прошла благотворительная фотовыставка «MyLand». Фонд «Сират» объявил сбор средств на лечение трехлетнего Шамиля Джабраилова. Сейчас ребенок с диагнозом ДЦП находится в клинике в Китае. До окончания курса осталось 2 месяца. К этому времени нужно собрать 260 тысяч рублей. Свои работы представили известные дагестанские фотографы. В основном все они о красоте родного края. Старинные села, горные вершины и море. Снимки смог приобрести любой желающий. Все средства будут переданы семье малыша. Мы хотели обратить внимание не только на ребенка, которому нужна помощь, но и обратить внимание людей, молодежи на культуру и традиции Кавказа. Обратить внимание на наши красивые живописные места, потому что наша природа и культура многогранны. И, естественно, помочь тем самым ребенку. Около 10 фотографов предоставили свои работы. И самые знаменитые, которые есть в Дагестане, и не только, за пределами Дагестана тоже.